Друзья и коллеги, добрый день. С вами Наталья Луната и моя минутка о вылоке. Сегодня, опять-таки, отвечаю на ваши вопросы, на целую серию вопросов с копом в одном выпуске. А вот пишет мне одна барышня, я использовала выкройку из мастер-класса вот одного мастера, а раскладку сделала по мастер-классу другого мастера, а вот тут использовала еще дополнительно вот эту технику. Но вы знаете, вот вещь сделала, она какая-то вот по полочкам фолдит, тут не лежит, тут не усадить пройму. И все как-то, я же все делала хорошо по мастер-классам. Вот о чем я хочу вам сказать, уважаемые начинающие валяльщицы. Никогда не отключайте свой мозг, думайте, анализируйте. Если один мастер вам в уроке говорит, вот при такой раскладке я делаю вот такую выкройку из такой шерсти, прислушайтесь, потому что при другой раскладке, при другом использованном материале вам нужна будет другая выкройка. Постоянно думайте, записывайте результаты своих экспериментов, удачных и неудачных. Составляйте аналитические таблицы. Это ваш накопленный опыт. Есть мастера, которых я очень уважаю, и они правильно делают в своих вебинарах, в онлайн-уроках, в лекциях, делают разбор собственных ошибок. Прислушивайтесь, это вообще бесценный материал. И обязательно думайте, если конкретная раскладка, вот, допустим, раскладка веерная, как на капустных шарфах, а если вы не хотите, чтобы у вас была оборочка на полочке жилета, вот такую раскладку не используйте. То есть помните, что каждый тип раскладки, каждый вид шерсти имеет свои конкретные свойства. И не всякая выкройка подойдет универсально. Учитесь анализировать.